26 октября в школе номер 3 состоялась акция под названием «Месячник дорожной безопасности детей». В актовом зале собрались учащиеся и учителя третьей школы. Гостем мероприятия стал старший лейтенант полиции Максим Боков. По существу он является и организатором акции вместе с преподавателями школы. Основной целью данного мероприятия является, конечно же, закрепление правил дорожного движения. Здесь мы акцентируем на том, чтобы дети переходили дорогу в установленном месте, не нарушали правила дорожного движения. Также хотели обратиться к родителям, чтобы следили за своими детьми, чтобы не отпускали их одних на большую дорогу. Также обращаюсь к водителям, чтобы соблюдали скоростной режим, пристегивали своих несовершеннолетних детей. Согласно правилам дорожного движения, перевозка детей до 12 лет осуществляется только в специально удерживающем устройстве, либо в ином приспособлении. Школьникам Максим Геннадьевич вручил памятки и наклейки с правилами дорожного движения, после чего ответил на интересующие вопросы детей. Дети развиваются, и интернет, мне кажется, далее дети видят, что на дороге творится. И также я сам был в детстве любознателем, так что по мере возможности отвечаем детям на вопросы на их языке, то есть чтобы им было понятно. По словам школьников, подобные мероприятия необходимы. Сегодня они закрепили правила и узнали для себя много нового. Для меня это все было знакомо. Некоторым не научилось, как ходить по дороге, когда нет тротуаров, как опасны автобусы в гололеде и многие другие машины зимой. Я узнала то, что еще можно еще и родителей контролировать, то, что еще взрослые тоже могут нарушать правила дорожного движения при переходе дороги. То есть ты теперь своим родителям будешь подсказывать? Да. На этом акции по правилам дорожного движения не закончены. В дальнейшем планируются подобные мероприятия и в других общеобразовательных учреждениях. Данная акция проходила в целях повышения навыков у детей. Это по правилам дорожного движения. Также на территории республики проходят мероприятия профилактические. Это «Внимание, дети!» с 24 октября по 11 ноября. Также на территории республики проходят мероприятия, это акция «Пешеход». Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».